продолжается борьба с последствиями непогоды. За сутки вывезено около 27 тысяч кубометров снега. Прямо сейчас улицы города продолжают убирать более 600 единиц техники. Власти рекомендуют управляющим компаниям обратить особое внимание на уборку крыш и козырьков жилых домов. На сегодняшний день переход температуры в плюсовую отметку, и очень много, где мы видим, начинает капать снег с крыш и образовываются сосульки. Необходимо своевременно принимать меры и очищать крыши, козырьки и так далее.